Начал с дальней, дальняя сошла. Теперь снимаю эти. Тоже вышло с кольцом, чистое до кольца, это помою, здесь керамической пастой смажу. Молоток тот же, который на Эвок использовал. Все точно так же, еще чище, только кольцо осталось там. Достаю кольцо. Все, кольцо достал. Если посмотреть, вот как оно стояло, кольцо стояло конусом вверх. Форсунки. Хочу показать шахты, в каком они прекрасном состоянии. Я думаю, камера передаст. И четвертая, то есть третья. Вот он. Вообще все чистенько. Ни раковин, ничего нет. И самое интересное, затягиваются болты 10 ньютонометров. Это как? Это как? Ладно, я сейчас беру, затыкаю шахты, чтобы туда ничего не попадало. И снимаю вот эту шумку и снимаю рампу. Все, колодцы заткнул. Новую задачку себе нашел. Чтобы открутить рампу, мне нужно открутить вот этот болт сбоку, но он упирается в крышку клапана ЕГР. И вот он болт. Но вот этот я откручу. Вопросов нет. Но чтобы открутить этот, надо вот эту верхнюю крышку открутить и снять. Иначе он просто вот упирается в нее. Откручиваю крышку. 4 винта, 4 болта под торкс. Открутил, достаю. Вот заодно его и почищу, раз достал. Вот, а теперь я могу к этому болту подобраться. Вот, он свободен. Но там сплошное безобразие. Как же
Как же это? Ну а теперь только пылесос. Никак это не убрать. Только пылесосом. Беру пылесос, собираю, потому что компрессором дунешь, вовнутрь полетит, подклинивать начнет. Благо пылесос новый, мощный. Пока откручиваю эти два болта. А затянут это хорошо как. Болт восьмерка, длинный, подголовку на 10. Не поверите, второй болт вообще в притирочку. Я его возьму, миллиметра на 3 укорочу. Он упирается в трубку, но выкрутить выкрутил, вытащил. Все, в принципе, она у меня шевелится, вот она. Откручиваю сзади два и снимаю ее, и тогда уже можно добираться до крепления. Все, снял. Вот эта вот трубка подачи, которая на рампу, она сзади гайкой на 10 прикручена, болтом на 10 прикручена. Вот здесь надо залезть. И открутить. Пока думал, как заднюю трубку открутить, давай смотреть здесь, что еще мешает. Увидел. Вот он кронштейн. А вот он болт клапанной крышки под этим кронштейном. Давай смотреть, грязь здесь оттер. Увидел два болта. Один и второй болт. Вот я их сейчас ослаблю, посмотрю, будут они слазить, нет. Потому что здесь какой-то вот отлив, как будто под болт. Непонятный, что там крепится. Все интересней и интересней. Открутил я этот кронштейн, он видно болт, вот отсюда снизу головка на 8, вот от тяги, вот здесь он, пальцем вот показываю,
И все, кронштейн можно снимать. И до болта добираться. Вот такие замуты. Клапану ИГР прикручено. Ну, потихонечку, не спеша. Главное, не спеша, чтобы ничего не поломать. Все равно эту половинку под аккумулятором площадки, которая я сниму. Здесь гипсы выдергиваю. И вытаскиваю. Потому что мне иначе болт задней крышки не открутить. А вот теперь отсюда уже смогу более-менее подобраться. Я такой грязный, по-моему, еще ни разу в жизни не был. Я мылся, ходил уже раз 5. Откручиваю головка на 15, откручиваю здесь вот переходные втулки крепежные, а под ним болты, прокладки, клапаны. Также вот эту муфту. Она не открутилась, она отломалась. А как ее откручивать, я не знаю. А надо было, чтобы она открутилась. Ничего не откручивается. А под ней болт находится. Клапанной крышки. О, только, по-моему, одна открутилась. Я ее крышка прокладку шаталь. Да, только одна открутилась. Здесь прокручивается втулка. Бесполезно. Натянул, может так открутиться. Ничего подобного, вырвал и все. Грязь закисла.
Сломал я ее. Она надпилена наполовину. Все, вытащил, смогу открутить. Все, у меня остается теперь только вот это, как ее также вроде бы пошла, раздолбил ее. Просто закисло, напрочь закисло. А, и при том я открутил не ее, я открутил болт клапанной крышки. Но в принципе и все. Все болты у меня откручены. Пробую снимать.
Все, на сегодня хватит. Завтра дочищу и буду ставить крышку новую. Ну, очень неудобно. День второй. Вот так вот намотал шланг десятку на пылесос. И им сейчас пропылесошу вот именно ИГР, где там грязь попала. Правда, освещение выключу. Вот и все. Внутри все вычистил. Ни пыли, ничего нету. Я здесь все протер ткани, чтоб не торчали. Утопил уголки. Вот здесь вот герметиком сзади и спереди чуть-чуть подмазал. И устанавливаю новую крышку на место. Новая крышка оригинальная, номер для заказа LR116732. Вот такая вот крышечка. Сейчас со старой крышки переставляю маслозаливную и притягиваю ее. Притягивается она 10 ньютонометров. Вот шпилька как должна быть. С нее не открутилась стоечка для крышки двигателя. Вот крышка старая. Здесь трещина. Вот она. Сейчас я приподниму. Ну, вот отвертку засуну. Вот так вот лопнула. Я здесь продувала и все морала. Ну что, стенка тонкая, но она длинная. Она отсюда и вот за этот кронштейн заходит. Чтобы снять крышку, то есть горловину маслозаливную, здесь посмотрел, вот он фиксатор, должен быть носик. Хотел приподнять его, его здесь уже нету. Кто-то в свое время уже крутил эту крышку. Снимается, здесь снизу видно вход, как по часовой стрелке снимаем ее.
Она заходит точно так же, как маслозаливная пробка. Сейчас здесь помою. Все, помыл, смазал силиконом. Ну и устанавливаю уже на новую крышку. Затянулась. Можно идти ставить на двигатель. Внутри она вот такая. Намазал я вот эти уголочки. Хотя здесь резина хорошо отлитая. Прокладку. Да нехорошо прокладка сидит. Ну что, потихонечку, не спеша, подкрадываюсь и устанавливаю. Крышка сидит на месте. А теперь покажу самую труднодоступную часть. Здесь сзади три шпильки. Динамо ключом я их никак не закручу, поэтому закручиваю. После того, как вот эти протяну, их дотягиваю уже от руки, как смогу подлезть. Но после этого всего на вот эти задние две шпильки устанавливается вот этот кронштейн сверху. Вот его еще надо будет поставить и прикрутить. Тоже затея неудобная, но нужно сделать. Так что беру динамо-ключ. Ставлю 10 ньютон и протягиваю крышку.
Вот и все. Крышку протянул. Ставлю форсунки.